кушаем с папой мясо. Папа кушает гречкой мясо, а я ем... Ой, гречка котлетом. Хотим поехать к бабушке Оле в Волгоград. Волгоград, чтобы покушать виноград. Всем привет. Мы сегодня покушаем, пообедаем, потом мы едем к бабушке Оле. Мы будем заканчивать. Хорошо? Пока. Не знаю, какой-то челлендж. Может, это надо одеть? Ну-ка. Ну-ка. Посмотри в зеркало. Отлично. О! Что такое? Кто-то здесь оставил? Забыл? Да. Держи. Стрела, это лук. Лук, Майнкрафт. Крутой. Скелетов убивать. Да. Огромный какой. С днем рождения. Мы тебя поздравляем. Молодец. С днем рождения тебя, Тимоша. Ты вырос. Стал большой. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Мама тоже хочет тебя поцеловать. Да, я тебя поцелую. С днем рождения тебя, солнышко. Спасибо. Ты уже совсем взрослый. Уже школьник через месяц. Сегодня мой день рождения. Это папа подарил. Дядя Женя, тетя Настя, бабушка Таня, дядя Игорь. Спасибо. Будем вас любить. Как Настя сказала, надо будет, если переезд закрыт, съезжать с дороги. Вот едем. Тимош, весь вечер дули, а сейчас надули вчера заранее, в обед надули, они сдулись половину. Привет. Привет. Ну что ж, что-то здесь подарками попахивает. Это так. Дорогой Тимофей, поздравляем тебя с днем рождения. От нас с бабушкой Таней такие подарочки тебе. Давай. Будь здоров, счастлив и всегда расти радуй большой. Родителей. Мы тебя все очень любим. Расти большой. Расти большой. Ты у нас очень умный мальчик хороший. Мы тебя все любим. Ты будь уже счастлив. Не малыш. Ты уже, ты уже первоклассник. Ты уже взрослый парень. Не малыш. Вот тебе подарочки. Открывай, смотри. Открывай, смотри. Давайте интересно посмотрим. А? Что это? Наверное, это что-то... Какой-то змей? Русский народный сказки. Тимоша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, больших успехов в твоей жизни. Ты у нас большой молодец. Мы тебя все очень любим. 4 августа 24 года. Бабушка Таня и дядя Игорь. Что надо сказать? Спасибо. Вот, видишь, ну, подойди к бабушке, поцелуй сейчас. Это мой хороший. Ой, каждый день я считала дни, когда ты еще приедешь. Фришка. Я тебя очень люблю. Это шахматы. Молодец, Тимофей. Давай, вставай. А я там недавно Вауса с Пашей. И меня поставил Лугу и Пашу. Пашу вместе, да, сказали, идите по улице. Всех игроков в углы поставили. Простите меня. Паша говорит, и ушел. А я сказал, я не знаю, иди. Все равно иди. А, туда, видишь, здесь написано, а здесь только рисунки. Тетя Настя и дядя Женя, они сегодня не смогли приехать. У них очень много дел, дядя Женя работает. Но они тебе передали видео поздравления. Вот, и сейчас мы включим поздравление.
поздравляем с днем рождения. Помнишь, мы ездили с папой, с мамой, с дядей Женей, с тобой на Валдай? И тебя там дядя Женя учил рыбачить на спиннинг, ловить рыбу. Так вот, мы заметили, что тебе это понравилось. Потом ты был с родителями в Карелии, и у тебя был даже удачный улов. Ты молодец. Уже практически профессиональный рыбак. Поэтому мы решили, что тебе пора обзавестись своим спиннингом, своими приманками и всеми необходимыми приспособлениями для удачной ловли. Да, хорошей тебе рыбалки, крупной рыбы и хорошего настроения. С днем рождения тебе. С днем рождения. Это тебе. Повернись. Это тебе, Тимофей. От дяди Жени и тети Насти. Аксессуары. Спасибо, дядя Женя, тетя Настя. Вот. Вы подарили. Мне очень понравилось. Вот. Я улыбаюсь. Так. Не грустный лицо. Доброе лицо. Мы завтра поедем на рыбалку. А! Да. И обязательно что-нибудь поймаешь. Какую-нибудь рыбку, да? Да. Привет. Привет. Обнимайте. Всех встретим, да, Тима? Да. Молодец. Какой ты большой стал. Вроде как недавно тебя видели. Привет. А что, пылесос, что ли? Привезли, ой, подарили. Тихо, толкнул. Я понял. Слышишь? А где еще эти? Тимоша. Шашки. Тимоша, с днем рождения. Это тебя. Ура! О, это я люблю играть. Ну, вот этот рюкзачок. О, там еще что-то. Так. Собрать человека. Инструкция. Не торопите его. Ну, давай. Да нормально. Не торопите. Он специально сей жует. О чем думал? Я сейчас. Дети мои сладенькие. Сейчас бабушка споет песню. Так. Луч солнца золотого тьмы скрыла пена. Ух ты. И между нами снова вырвался стена. Молодец! Отлично! Аплодисменты! Да, точно! Боялся. Я? Да. Я помню! Я приезжал, а ты начинал бояться. Спасибо, Тимофей. Спасибо. Это вы прям собирали такие красивые или сами нарисовали? А такие? Нет, они лежали они прям такие вот. На берегу прям лежат такие вот прям с узорами. Фоксники с сыном рисуете. Ух ты, какие красивые. Дедушки дарят. Мы узнали, где это тебе. Леша, Катя, Тима. Интересно, это ты сам все готовил, да? Да, и мама. Молодец. Так, совсем не вон тут. Червик. Что там написано? Что, ну-ка переверни. Спасибо, Тимаш. Смотри, все подписано. Так, было. Это Кристине. Тима, тут есть надписи. Там все разные. Вот Тимош. Это прям вот Тимош сам рисовал все. Покажи. На камеру покажи, Тимош. Ух ты. Давайте. Надо хлопать или что? Или песни? С днем рождения! Днем рождения, Тима! Ну-ка задай свечки нам! Поздравляем! Бабушка старалась, торт делала всю ночь. И девочки помогали. Это съедобно, да? Ну, чуть-чуть, что пряники. Ну, а кто ему голову откусил? Нравится?
еще раз. Ура! Это тебе на день рождения. Это чехол для удочки. Серьезно, что ли? Полутораметровый вот такой. Прям ружье. Дед. Три отделения. Интересно, кто научит меня? Какая зверюга, ничего себе, она какая-то, может быть, раненая. Медведка, что ли? Да. Она прыгает, нет? Мама. Меня тут было, я. Потом убиваешь. У. Так, у вас мечья. Всем-всем. А это на одну клетку. Я побеждаю. На одну клетку. А я могу убить. Две клетки только что. А Джем, это не варенье? Нет. Тимофей. Да ты даже не представляешь, что он сладкий, вкусный. Для дегустации. Ой, большую дайте ему, столовую, для щей, а лучше деревянную. Такими ложечками что, кушают, что ли? Несерьезно вообще. Ну, че? Ну, че? Вкусно. Да ты че? Вкусно? Завтра съем. Не могу. Вкусно. Ну что, все или еще будешь? Вкусно. Что, заела пластинка? Да. Что, пробуйте, что ли? Тим, еще раз скажи. Вкусно? Лайк. Оттащите его. Заберите ложку. Нам-то оставь. Ну ешь, ешь. Вкусно, спасибо. Все, еще ешь. Все, спасибо. Ну, уже на ночь не ест сладкого. Какие у тебя руки? Доброе утро, бабушка Таня. Доброе утро, дядя Ига. Мы уже едем в рыбалку. Пока. Хорошего всем дня. У вас рыбак, признавайтесь. Впереди едет. Здесь что-то я не помню, так нет? Здесь, да. Проедем здесь. А, красная шапочка. А вот ты думаешь, где-то вот, здесь? Вот там где-то, вот, мне кажется. Да себе. Вот оно, это место. Вот даже оно здесь такое облюбованное. Здесь? А здесь что, есть место, что ли? Здравствуйте! Привет! А мы здесь были? Мы здесь были. Да? Здесь вот щук ловили. Ну давай. Тут место вроде. Ну что, отец, проканемся? Тимофа! Привет! Давайте же скорее начнем наш пикник. Какая красота! Природа, вода, вся семья. Попросите Катя удочку настроить. Леша, Катя удочку. А чё, дядя Женя,
Кате подари удочку. Подари. Так. И буду варить рыбу. Хорошо. Можете что-то говорить. Можно говорить, не молчать. Слов нет. Тим. Вы здорово. Деда. Деда, скажи. Как вчера, да? Деда. Ой, деда. Yeah.
Рост 122 сантиметра. 122 нет. Нет, 122. Да. А у вас? У меня 165. 168. Ничего себе, вот это да. Сим. А бабушка? А первый сколько? Так что это плохо? Может быть, вы мало уж девчонок? Да, я быстро бегаю. Вот, уже накапает. Так давай из этой точки прыгнем. Мы его накроем. А там все. Я хочу сказать. Да. Говори. И, папа ловит рыбу, а мама ловит рыбу, а дядя... Ой, фу-фу. Ага, фу-фу. Дедушка Лёша ловит рыбу. Сейчас. А где он, дедушка-то? Я его не вижу. Вот. Сколько много рыбаков. Ну это же не может быть. Ну, нормально. Сойдет, сойдет. Больше, чем самая маленькая. Вот, давай. Останься. Ловля рыбы на берегу. Что за улов? Побольше? Поменять. Сейчас я тебе дам, надо поменять. Это, мам. Перекинь, Тимош. Близко слишком к берегу. Перекинь. О, поймал! Только что наш папа словил первую рыбку. Так, папа, покажи этого гиганта. Это монстр, подожди. Не выпусти. Или где он у тебя? А, в руках. Опа. Ой, ты его расти положил? Вот мы с таких вот сейчас 150 достанем штучек. Дай, дай я тебя за ручку возьму, дай. Ты знаешь, а как мы уезжали, у нас всего три рыбки было. Вот мы его сфоткали. Он взял ведро, воду слил и пришел к машине. Раз, а две-то рыбы, третьей большой-то нет. Попасть есть? Да, поехали. Тащи, тащи. О, какую мама, больше, чем папа. Пока ты свою щучку будешь ловить, мы 150. Как ваших 10 ваших. Может, они будут ловить побольше чего-нибудь? Как ваших там 20 малышей. Наконец-то! Ура! Вот надо ловить. Какая красавица! Да она нас сейчас малышей всех скушает. Ну там. Да, надо ее отдельно положить. А вот особо у меня блесна. Это наш папа словил. Ух ты ж! Ух ты ж, большая такая. Смотри, да. Ух, хищная. Ничего себе! Ура! Вот у нас такой улов. Смотрите! Из Марио. Луиджи. Тим, папа похож на Луиджи, нет? А смотри, сколько рыбок приплыло. Смотри, маленьких. Смотри. Ух
Алёшка. Там много рассказов. Кать, сейчас быстро пройдем. Кыш! 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 Да подожди, коровку боюсь. Тихо. Тимофей. Идите. Малыш, идите. Это наш малыш. Так. Сейчас спальня за дверью.